Это с вами вновь телепроект «Звезды под гипнозом». Героем сегодняшнего эпизода был неподражаемый телеведущий Григорий Решетник. Он попал в необычную для него обстановку. Давайте узнаем, что он об этом думает. Поехали. Григорий, расскажи, пожалуйста, пару слов о сегодняшнем дне. Ну, если честно, я был в шоке. Я думал, что все серьезные люди, я контролирую любую ситуацию, но когда мы вышли на площадку, когда мы готовились, и когда Владимир задействовал все свои флюиды, и я, наверное, все же попал под гипноз, я в какие-то моменты, ну, в большинстве случаев понимал, что трындец, что это реально, надо что-то решать. И, честно говоря, просто благодарен всей съемочной группе, надеюсь, телезрители оценят, и, ну, невероятное ощущение, мне кажется, оно как-то тебя изнутри расширяет твои эмоции, растягивает тебя внутренне, и сегодня я убедился, что просто человеческие силы, человеческий организм, благодаря профессионалам, может быть способным на абсолютно все. Звезды под гипнозом, новый канал, шоу будущего, yes, теперь в Украине. Спасибо. Спасибо, Вов, тебе отдельное.